Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики в городе Казань У Инцинем. Внешнеторговый оборот между Китаем и Чувашией значительно увеличился в последние годы. В 2017 он составил более 125 миллионов долларов, а за два первых месяца этого года уже более 23 миллионов долларов. Между тем, экспорт предприятий Чувашии составил почти 7 миллионов долларов. Торгово-экономическая связь становится все плотнее и плотнее. Да. Чувашия имеет географически выгодное расположение. И вот также обладает плодородной землей. Так и Чуваши отличаются своими вот высококачественными сельскохозяйственными продукциями. То китайские предприятия приедут в Чувашию для вот создания предприятий. Это, таким образом, обе страны смогут достичь совместного выигрыша. Нам также отрадно отметить, что сейчас город Чебоксары уже успешно установил побратимские связи с городом Аньцин, провинции Анхуй. Налажен также и культурный обмен. Ежегодно наши студенты выезжают в вузы Китая, проходят стажировку, работают в летних детских лагерях. Участники встречи также обсудили проведение заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Ну и ваш визит в нашу республику, хотя он короткий визит, даст дополнительные стимулы для того, чтобы мы еще раз оценили, где какой наш потенциал, ваш потенциал, для того, чтобы дальше, соответственно, работать на взаимовыгодной основе. Участники встречи также обсудили проведение заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», которое пройдет в Чебоксарах в этом году.